Наташ, давай быстрее. А Нобелевскую премию по химии в этом году получил Рихард Вильштеттер. Ты не поверишь. За изучение хлорофилла. Нынче у нас ученый каждый, кто знает, что растение зеленое. Он с ней как живой разговаривает. Он ее сам у заграничного мастера заказывал. Тот ее с фотографией графини делал. Ну и как? Похоже. Ты ведь графиню живую застала? Один в один похоже. Только графиня добрая была, а это... Нечисть самая настоящая. Как она у нас тут появилась, девушки молодые пропадать стали. Но совсем. Слухи ходят, кукла эта души живые себе забирает. Ну, сплетни, конечно. Прости, дорогая. Увидимся утром. У вас все хорошо, Наташа? Да. То есть, не знаю. Ася пропала с самого утра, найти не могу. Дело не в проворот, а она... Вчера поздно вечером я рассчитал ее. Она очень торопилась. Я просил ее остаться, но... Увы. Неужели она вам ничего не рассказала? Нет. Ничего. Я думаю, что мы сами справимся. Правда? Да. Нет, посмотрите, на том месте не может быть балкона, потому что... Мы не строим, мы реставрируем, а там его никогда не было. Нет, подождите. Застекленный я не успею перерисовать план. На это нужна неделя, как минимум. Да. Да, я понимаю. Вы сами себе можете представить особняк 18 века с застекленным балконом? Послезавтра давайте обговорим аванс. Нормальные люди свой план и рисуют. Косёк. Кто там? Мила! Иди сюда! Глаз! Ты как тут вообще? Почему? Я думала, ты готовишься к свадьбе. Готовлюсь. Но разве это может помешать мне заехать к сестре? Ну, не знаю, раньше тебе все мешало. Наверное, твой Михаил на тебя хорошо влияет. Слушай, выкинул вот эту старье. Ты ж пылесборник натуральный. Дышать бы легче стало, ну. Ну, вот от них я никогда не избавлюсь. Эти мама любила. Книги, они живые, они помнят хозяев. И мама тоже помнит. Маму мы помним. Это главное. Глаш, ну уже год прошел. Пора отпустить. Мила, да я отпустила, но вещи, они как, я не знаю, частички души хозяев. Поэтому нельзя вон взять старинную усадьбу 18 века и приделать к ней застекленный балкон. И нельзя выбрасывать старинные книги, понимаешь? Понимаешь, таким романтикам как-то нельзя доверять бизнес. Держи. Что это? А это мой повод к тебе приехать. Чем будешь кормить сестру? Мил? Да. Это усадьба Полонских? Да. Целиком одной мне? Ну, ты, конечно, можешь взять помощников. Но я подумала, реставрировать ее еще кому-то ты не доверишь. Сроки поджимают. Но ты справишься.
А твой жених, как владелец усадьбы, вмешиваться не будет? Слушай, ему на эту усадьбу давно и глубоко наплевать. Если бы не я, он вообще бы на своем заводе жил. Спал, ел там и часы свои драгоценные перебирал бы. А когда можно начинать? Да хоть завтра. Завтра буду. Ну, ты же знаешь байки про усадьбу? Там чертовщина всякая происходит. Мила, об этом писалось даже в учебнике по архитектуре. Это же круто. Я знала, что тебе понравится. Вообще-то вы в меня въехали. Вообще-то поворотники включать надо. У вас замена бампера, а у меня? Ну да ладно. На вашем месте я бы поменял всю машину. Целиком, причем давно. Я не могу, это мамина. Вам дали покататься? Она умерла год назад. Нужно кого-то вызвать, чтобы оформили. Я не возьму. Хотите полицию ждать часов 5? Здесь хватит на ремонт и на диагностику двигателя. На такой машине опасно ездить не только для вас, но и для окружающих. В общем, все в порядке. Я машину поставила. Надеюсь, ее найдет эвакуатор. А ты сейчас где? Честно, я не знаю. Так, ну что ты видишь вокруг? Деревья. И еще деревья, и еще деревья. Подожди, вот я вижу усадьбу. Все, я тебя нашла. Нет, подожди, ты нашла только усадьбу. А наш дом в 10 минутах от нее. Мила. Есть кто-нибудь? Есть Что, меня преследуете? Мила просила вас привезти. Вы же Глаша? Я Михаил.
Мила рассказывала вам обо мне? Не так я себе представляла наше знакомство. Да, я тоже. Зачем вы сломали все замки и вскрыли ящик? Ничего не ломала. Все так и было. Да неужели? Подождите, вы знаете, что это кукла драгоценная? Ее создал мастер Антонио Солидата. Его работы хранятся в лучших музеях мира. Такой охраны, что муха не пролетит, а у вас... Я удивлен. Да, я знаю, что она драгоценная. Я заплатил за ее реставрацию. Она не работала? Она и сейчас не работает. Мастера не смогли ее завести. Зато выглядит она гораздо лучше. Когда ее достали из пруда, она выглядела намного хуже. Так она у вас еще и в воду падала. Ну да, можно сказать и так. Ладно, я пришлю работника, чтобы он все здесь поправил. Пойдемте. Подождите, если здесь были воры, если я их спугнула, то они вернутся, когда никого не будет. Вы серьезно? Мне сказать Миле, что вы остались сторожить куклу? О, так я хочу кое-что прояснить. Мне абсолютно неинтересно ни эта кукла, ни эта усадьба. За ее реставрацию я заплатил только по просьбе вашей сестры. Ладно, работника зовут Игорь. Он скоро придет. Ничего больше не ломайте. Пожалуйста. Почему ты с Мишей сразу не пошла? Привет. Ну? А, там новый замок ставят. Вообще-то история со злом меня напрягает. Я не понимаю, кому это нужно было. Так, ну что, давай, собирай вещи, что у тебя, и пойдем. Мил, давай я останусь тут. Тут здорово, вид из окна хороший. Тебя Миша испугал, что ли? Слушай, я сначала тоже думала, что он робот. Но он хороший, правда. Не сомневаюсь, но мне лучше остаться здесь. У него просто сейчас какие-то проблемы на работе. Я же тебе говорила, он целый часовой завод держит. Мил, я все понимаю, но он же бизнесмен. Он должен знать цену вещам. А он старинный, ценнейший автоматон запрятал в сарай заброшенную усадьбу. Может, потому что это была мастерская его папы? Кстати, сегодня в местном музее открывается выставка. Пойдем? Да, ну один замок я поменял. Сейчас следующий. Здравствуйте. Это Игорь. Игорь, это моя сестра Глая. Очень приятно. Так, ну что, сюда надо будет принести белье постельное, посуду. Одна не боитесь тут ночевать? Про эту куклу какие только слухи не ходят. А вы можете ее достать? Грех такой красоте в коробке лежать. Можно. Ой, Глашка, как всегда. А вот я тебя и поймала. Пойдем, я тебя угощу канапе с креветками. Я не ем креветки. А, ну тогда пойдем позировать. Так у вас тут серьезный праздник. Выставка старинных механизмов из коллекции Евгения Горлова. Этакий вечер памяти Мишиного папы. Он здесь знаменитый человек, поэт от науки. Он не только часы выпускал, но еще собирал со всего мира старинные механизмы. Сегодня в музее открывается экспозиция с его коллекцией. Может быть, я эту выставку потом посмотрю, когда будет поменьше народу? Дорогая, с таким жизненным подходом ты никогда замуж не выйдешь. Принц просто не будет в курсе, что ты существуешь. И много тут принцев. Вот как раз один из представителей, самый перспективный. Глаша, познакомься, это Георг, писатель. Георг, это моя сестра Глая. Очень приятно. Благодарю. Глаша не пьет. Это ее такая маленькая фишка. А я думаю, куда подевалась хозяйка вечера? А ты прав, меня уже все потеряли. Ну что ж, пойду создавать атмосферу шика и непринужденности. Как вам усадьба Полонских? Это... А я приехал сюда на 2 недели и пропал. Уехать отсюда практически невозможно. Тем более творческому человеку. Воздух, тишина. Вам обязательно понравится? Да.
Я как-то неловко себя чувствую, что вы с пустыми руками. Может быть, я вам все-таки что-нибудь перенесу? Воду, сок? Сок, если есть вишневый. Секунду. Может, каждый желающий. Будем рады вас. История рода Полонских. Это кто же здесь без записи книги трогает? Простите, я просто зашла. Тут открыто было. Конечно, открыто книгам. Тоже дышать нужно, но это не значит, что нужно заходить и трогать их без разрешения. Знаю, книги чужих не любят. Но очень уж хорошо. Позвольте. История нашей ветви рода Полонских. Очень редкое издание. Я же говорю, сама в руки просится. Дадите почитать. А вам, девушка, зачем такой раритет понадобился? Я Аглая. Дизайнер, архитектор, реставратор. Приехала восстанавливать усадьбу Полонских. Дадите книгу? Ни в коем случае. Раритеты на руки не выдаю. А вот сканы распечатаю. Леонид. Историк, архивариус, библиотекарь и хранитель музея. Да. Знаю, что вам еще может пригодиться. Планы усадьбы 19 века, начало середины 20-го. И еще эскизы местных художников разного времени. Зарисовки не документальные, но атмосферные очень. На руки не дадите. Но сканы распечатаем. Только попробуй. Приди в себя. Что ты творишь? Собираюсь рассказать правду. А что ты сделаешь, а? Вот ты где. Опять в книжках спряталась. Пойдем, я тебе всех представлю. Тут такая толпа. Может, ты хотя бы скажешь, кто есть кто? Интроверт ты мой. Давай привыкай к людям. А давай я сама. Ну, давай. Вот эта женщина, я думаю, музыкант. Осанка специфическая, и на руках почти нет украшений. Но кольцо все-таки есть. Одно. Массивное, дорогое, я думаю, носит его нечасто. Скрипачка или пианистка? Пианистка. Это Алена, сестра Миши. Она раньше играла как бог. От предложения о гастролях отбоя не было. Ну и муж сказал, либо я, либо карьера. И она выбрала мужа. Дурацкий выбор, если честно. А это, наверное, есть муж. Суетливый, хочет казаться хозяином жизни. Временно на мели. Глаша Холмс. Одна поправочка. Он всегда на мели. Но ведет себя так, как будто по нему список Forbes плачет. Олег. О, а про это что скажешь? Серьезная женщина. Не первый бокал и, думаю, даже не третий. Корни волос не прокрашены. Следит за собой, не очень, думаю, одинокая. Но очень уверена в себе. Еще бы и быть неуверенной. Это местный следователь Валентина. А это что за худеющая девочка? Почему худеющая? Ничего не ест и пьет таблетки. Видимо, чтобы отбить аппетит. Прям как я, когда ты сказала, что подо мной скоро весы треснут. Смотри за то, как хорошо выглядишь. А эта девушка Юля, помощница Алены. Ну как помощница? Прислуга. Но Алена ее почему-то в подруги записала. Я думаю, это глупо. Ты платишь человеку деньги, а он делает свою работу. И платит ей, видимо, очень недурно. Шарфик. Шелк. Техника батик. Это техника валения шерсти по шелку. Золотая нить.
Авторский дизайн, он стоит, как крыло Боинга. Да? Интересно. Дамы и господа, я прошу минуту внимания. Я прошу у всех минуту внимания. Я предлагаю поднять тост в честь памяти человека, ради которого мы все здесь сегодня собрались. Евгений был прекрасным человеком. Настоящий профессионал, мастер, коллекционер. Что он был... делаете, а? Михаил, я... Кто его позвал? Сегодня день памяти вашего отца. Потом я поговорим. Хочу, Михаил, я не мог Слушайте не прийти. Меня. Я прошу вас уйти. Я не мог не прийти. Вон отсюда. Друзья, я очень рада вас здесь видеть. Я предлагаю от пищи земной перейти к пище духовной. Сегодня здесь представлены уникальные экспонаты. Наслаждайтесь вечером. Ну как тебе? Восторг. А эту видела? Ее можно завести. Тик-так. Тик-так. Это шаги смерти. Смерть ходит на пуантах. Не надо было доставать спящую даму из озера. Она вернулась, чтобы убивать. Вашими руками, глупые люди. Вашими руками. Дама видит вас насквозь. Она знает, как использовать каждого из вас. Каждого. Злобная ведьма. Любой праздник испортит. Что это за сумасшедшая? Вот и я говорю, сумасшедшая. А местные считают ее знахаркой. Лечиться ходит. Неандертальцы. Праздник удался. Надолго запомнят. Я их не приглашала. Я вообще устала и хочу домой. Ну, show must go on. Мила. Постойте. Про какие убийства она говорила? Может, что-то было? Кого-то убили или это местный фольклор? Аглая? Аглая, куда же вы делись? Я думал, вы трепетно ожидаете материалы, а вы сбежали. Меня увели силой, а так я трепетно, да. Ну что ж, вот. Там еще... фотографии разных лет. Ну, если еще что найду, то обязательно дам знать. А вот это дневник горничной Полонского. Очень увлекательное чтение. Архитектуру, конечно, воссоздать не поможет, но дух времени передает отлично. Все суеверия под одной обложкой усадьбы Полонских. Тут уже ваша знахарка местная страху нагнала. Что за слухи, будто спящая дама убивает? Знаете, Стефания очень умная женщина. Только, кажется, в ее речи слишком много аллегорий. А тетрадь не выглядит старой. Какая была, в такую и переписывал. Сам дневник очень ветхий. Год 1915. 3 августа. Где-то далеко идет война. Немцы и австрияки наступают. Позавчера русских солдат газом травили. Погибло наших несметно. А у нас в усадьбе тишь да благодать. Будто и не было никакой войны. Яблок в этом году уродилось много.
Опять слышала колыбельную, которую жена графа дочки пела. И голос-то детский, не графини голос. Да и откуда графине взяться? Умерла она давно. А кто поет, не знаю. Страшно. Так страшно, что сил нет. Как спящую даму механическую в усадьбу принесли, так чертовщина и началась. И не только колыбельная эта проклятая. Садовник сказал, розы неизвестной болезнью побила. В одну ночь почернели. Змеи прямо в комнаты заползать стали. Откуда змеи? У нас этой нечисти отродясь не было. Я знаю, что страх — это от неведения. Всему есть объяснение. Умом понимаю, а душе ты не объяснишь. Страшно мне тут. Всем страшно. Доброе утро. Выспались? Меня заперли. Грабители. Да, и эвакуатор доставил вашу машину. Вы вообще меня слышали? Эй, здесь были воры! Что они украли? М? Хорошо. Но меня-то заперли в подвале. По такому случаю полицию не вызывают, сестру невесты вам не жалко? О, очень жалко. Говорят, женский алкоголизм неизлечим. Что? Слушайте, решетка была открыта, и сидели вы не в подвале, а в винном погребе. Пойдемте уже, вы вспомните, что вы вчера отмечали и сколько бутылок выпили. Пойдемте, мило вас, обыскалась. Что-то мне есть не хочется. Да что ж такое-то? Зачем вы выкопали эту самодеятельность? А вы художник? Ну вот и не судите. Эти работы, в них воздух есть. Душа. Такое редко даже у профессионала встречается живое. Подождите. Рука. Вчера она была повернута вот так.
И сегодня вот так вот. Послушайте, барышня, ее пытались завести 3 мастера. Она не работает, это бесполезно. А если? Знаете что? У меня есть приложение. Давайте вы лежите спать. Вы проспитесь, завтра с новыми силами приступите к работе. Вы же ради этого сюда приехали. Ночью твоя сестра обнаружила винный погреб и, кажется, неплохо там покутила. Ничего смертельного, но если ты к ней пойдешь, возьми пару таблеток аспирина. Глаша? Да быть этого не может. Глашка вообще не пьет. Ее уносит от запаха винной пробки. Ну, тогда все намного хуже. Там разбились пару бутылок и воняет, как на винзаводе. Не пытайтесь понять женщину, иначе, не дай бог, поймете. Пойду успокою ее. Тук-тук. Всем доброе утро, кого не видела. Это я нашла в саду. А ты как себя чувствуешь? Я превосходно, а вот Юля, похоже, не очень, потому что это ее платок. И значит, она вчера вечером кричала в саду. Я не слышал. Ладно, где она? Мне нужно с ней поговорить. Я понятия не имею, где она. Она уволилась и уехала. Почему уволилась? Вы мне что, допрос здесь будете устраивать? Ты не сказал, что она уехала? У вас там все в порядке? Да какое в порядке? Алене регулярно сносит крышу. Юля это нас бросила. Она давно просила, чтобы мы ей повысили зарплату. Но, Миш, мы и так ей достаточно платим. А теперь кризис. Ну где, откуда столько денег возьму? Так вот, она сказала, что ей предложили больше. А? Собралась и уехала. Ночью. Ночью. А мне кажется, дело тут в другом. Вы знаете, где она на самом деле, но не хотите нам об этом говорить. А мы можем с вами поговорить наедине? Конечно. Что это было? У вас в доме пропала девушка. Я голову даю на отсечение, что она не просто уехала. Знаете, что я думала? Я подозреваю. И меня это не устраивает. Аглая, это муж моей сестры, и я никому не позволю с ним так разговаривать. Контракт с вами мы еще не подписали. Если так пойдет дальше, то и не подпишем. Я дам вам испытательный срок. Но если вы продолжите себя вести... Не тратьте время. Мы не сработаемся. Мил, ты извини, конечно, я уезжаю. Я не знаю, как ты собираешься жить с этим андроидом. У него, по-моему, отсутствует в мозгу какой-то блок, который отвечает за эмоции. Ты прости, я не должна тебе все это говорить. Лучше мне держаться от всего этого подальше. Что такое? Розы. Ну, бывает. Но они вчера нормальные были. Ну, мало ли, полили чем-то или клещ какой-то. Глаш, мне страшно. Только ты Мише не говори. Но тут что-то не то происходит. Ты думаешь, я тебя сюда реставрировать пригласила? Ну? Да, это тоже, но... Глаш, я не могу больше одна. Все началось с того, как мы достали эту проклятую куклу со дна озера. А когда ее нам реставраторы вернули несколько дней назад... Глаш, я не сумасшедшая. Да я знаю. Ну, что было? Но с тех пор у меня постепенно все цветы стали погибать. Ну, я же говорю, их могли палить чем-то не тем. Ну, мало ли, розы болеют. А еще я каждую ночь слышу странное пение. Как будто ребенок поет. Что-то такое
Нежная, колыбельная. Глажь каждую ночь. А у нас в округе ни одного ребенка. Я схожу с ума, да? Нет, Мила. Тебя пытаются запугать самыми популярными страшилками усадьбы Полонских. Но зачем? Кто? Давай подумаем, кому ты могла перейти дорожку здесь. Ну, меня мало кто тут любит. Богатого жениха могла же только стерва захомутать. Олег, он меня вообще терпеть не может. Он хотел из усадьбы сделать элитный пансионат. А я Мишу говорила самим туда переехать, жить после свадьбы. Отреставрировать, музей сделать, без всяких пансионатов. И Олег теперь считает, что я сорвала его гениальный бизнес-план. Ну и если он тебя выживет, почему бы не пансионат, да? Да. Глаш. Олег? Я знаю, что это вы. И поверьте, я Милу в обиду не дам. Только попробуйте сделать это еще раз. Я не понимаю, о чем она говорит. Вы все прекрасно понимаете. Если вы рассчитываете выкурить мою сестру из усадьбы своими дешевыми трюками, у вас ничего не получится. Потому что я останусь здесь, и я буду за вами следить. Вам это ясно? Да ничего мне не ясно. О каких трюках речь? Розы, которые чернеют за одну ночь, например. Может быть, Юля узнала о ваших махинациях, и вы ее за это уволили? Послушайте, Роза, например, могла Юля полить чем-нибудь перед уходом. Зачем Юле пугать мою сестру? Но почему сразу пугать? Она просто могла уничтожить то, что ей дорого. Все прекрасно знали, как Мила любит Розы. Но вообще, Аглая, ваша сестра, относилась к Юле как к человеку второго сорта. Даже меня коробила. Так что я вполне допускаю, что Юля могла сделать такую гадость. Тем более, как недавно выяснилось, она девушка невысоких моральных качеств. А, и то есть за это вы ее уволили? Послушайте, Аглая, вы мешаете мне заниматься. Если вы хотите поговорить с моим мужем, будьте любезны, сделайте это в другом месте. Да мне не о чем с ним разговаривать. Тогда дайте мне номер Юли. Да с какой стати? В общем, машина выглядит так, словно ее утопили после пожара. Там вот такой слой масла в антифризе и такой же слой антифриза в масле. Доброе утро! Я согласна на испытательный срок. Одну минуту. Сколько тебе чинить машину? Ну так, чтобы совсем. Месяц? Не-не-не-не-не. Ну, чтобы просто поехала. Два дня, не меньше. Хорошо. Испытательный срок — два дня. После этого я хочу видеть эскизы реконструкции усадьбы. Если мне все понравится, мы продолжим наше сотрудничество. Вы согласны? Хорошо. У тебя два дня. Все так плохо. Это я еще преуменьшил. Скажите, у вас случайно не будет номера Юли, помощницы Алены? Дело в том, что она забыла платок, и я хотела ей его вернуть. Ага. Спасибо большое. Смерть ходит по усадьбе. Первая жертва уже есть, но будут еще. Господи. А это можно как-то, я не знаю, отменить, отыграть назад, если я передумала?
Я вчера поняла, что это было ошибкой. Это точно было ошибкой. Так нельзя. Не всем желаниям обратный ход есть. Тут уже такое началось, что какое там отменить? Не думала, что Миша, ну, что он отнесется к себе, как к простому работнику. Не переживай. Мне нравится быть реставратором. Я никуда не уеду. Я прямо чувствую, что Олег и Алена что-то задумали. Я тебя не брошу. Маш, иди сюда! Иди! Мила, мне кажется, я схожу с ума. У меня ощущение дежавю, будто я здесь уже была. А ты была? Нет, откуда? Но я сейчас читаю дневник горничной Полонского, и там все очень подробно описано. Наверное, отсюда ощущение, что я это уже видела. Мил, вот там стояла птичья клетка, а вот там столик, за которым сидел автоматон. Когда-то здесь жили Полонские. А скоро будем мы.